Мужик приходит домой в дупель пьяный, смотрит на жену и говорит: «Дорогая, а что у меня в левом кармане на букву «П»?» Жена так смотрит на него: «Ну что, что? Получка, наверное». Мужик вздыхает: «Не, ну ты дура, ну какая получка? Ну, пол-литра. А что у меня, по-твоему, в правом кармане на букву «А»?» Жена так опять смотрит на него: «Ну что, что? Ну аванс, наверное». Мужик так смотрит на нее: «Ну ты точно дура, ну какой аванс? А что одна пол-литра?»